Столичным лихачам и нарушителям дорожного движения поставили новый заслон. В Астане на 10 магистральных перекрестках установили системы автоматической фиксации нарушений. Это новшество внедряется в республике благодаря реализации проекта «Система комплексного обеспечения жизнедеятельности Астаны». Фото-видеосъемка регистрирует превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии. Привычной вспышки при этом нет, и водитель даже может не знать, на каком участке дороги его поймали камеры. Позже к нему придет предписание, не поможет водителю и авторадар. Видеодокумент хранится 30 дней, если есть зафиксированное нарушение, то срок хранения в архиве до 5 лет. До конца года в столице установят 50 таких приборов, до 2017-го 350. К слову, за 5 дней работы с новым оборудованием выявлено уже 400 нарушений. Еще дорожных полицейских Астаны снабдили новыми алкотестерами. Переносной нарколог, не отходя от машины, выдаст результат в течение нескольких минут. В дальнейшем будут фиксироваться такие функции, как в ночное время, в темное время суток не использование, не включение света фар, не пропуск пешехода, перестроение у перекрестка, поворот с перекрестков на второй линии, и основное будет движение по встречной полосе. Коррупционная составляющая вообще исключена, потому что система фиксирует все в автоматическом режиме, человеческий ресурс, человеческий фактор тут полностью отсутствует.